ножички, вышибала, казаки-разбойники. Масса игр нашего детства сейчас, к сожалению, забыта. Спросим у иркутян, во что они играли и как развлекались в то время, когда современные технологии еще не захватили этот мир. Две палки, пулемет, меч и понеслось. Старики-разбойники. Одна группа убегает, прячется и рисует стрелочки, другие по стрелочкам ищут. Стрелочки рисуют в разные стороны. Мы в детстве вообще с палками носились постоянно. Но в основном телефон уже тогда не было. Да. Мы играли в войнушку, мы играли в казаки-разбойники. То есть все мое детство, оно все прошло на улице. Кидались камнями друг друга. Банки, скакалки, классики. Соловьи-разбойники. Как это в банке? А вот так, ставят ржавые, гнутые банки пирамидкой, палками избиваешь. Вот и все. А кто выигрывает? Ну кто? Кто там ближе всех подошел? Ну играли в лапту еще. Специальная бита была. Шарик подкидываешь битой. В лапту, вышибала. А как вышибала мы дома играют? Не сидели. Ой, это надо вспомнить до нового. Но мы играли, все улицы, было интересно. Я всегда своим детям сейчас говорю, что... Вы в своем детстве много потеряли. В резиночки скакали, классики. Я в футбол играл. Я футболом занимался 2 года. Еще баскетбол. Мы также играли в мячик в города, в светофор, в игру, когда перебегаешь из одной стороны в другую. В садике часто играли такая игрушка «Разбить руки». Нужно было забыть, как она называется. Цепикованно? Да, да, точно. Цепикованно. Да. На улице очень много времени проводили. Играли в волейбол на площадках. Катались на велосипедах. Зима – это горки, конечно, и, ну, в общем, любое развлечение на улице было еще каким развлечением.